Добрый день, дорогие друзья, и сегодня мы с вами разберем, как решать задачи номер 15 из ЕГЭ. На рисунке схема дорог, связывающие города А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л, М, Н, П, Р, Т. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей, ведущих из города А в город Т? Как мы видим, нужно из этого города А в город Т. Как решать задачу? Я предлагаю нарисовать небольшую таблицу, в которой мы будем указывать пути. Путь Б, путь В, путь Г, путь Д, путь Е, путь К, путь М, далее путь Л, N, P, R и наш самый последний путь T, в который мы должны добраться. И в путь B существует один всего лишь путь из A. Давайте нарисуем здесь еще одну. То есть один. В город Б существует два пути из города Б и из города А. Два пути. В город Д существует один путь из города А. Один путь. В город Г существует два пути из А и Д. В город Е существует 5 путей из города Б, В, Г, Д и А. А, Б, В, Г, Д. Теперь давай считать. Из города А один путь. Из города Б один путь. Из города В два пути. Из города Г два пути. Из города Д один путь. И теперь это все считаем, и получается у нас 3 плюс 4, 7. Теперь в город К существует один путь из города Б. Б у нас равен одному. В город Л существует один путь из города Д. Д у нас равно одному. В город М существует три пути из Л, М и К. М и К. Л равно 1, К равно 1 и Е. Прошу прощения, не М, а Е. Из Е у нас 7 путей. Получается 1 плюс 1 плюс 7. Получается 9. В город H, город N существует 3 пути из К, М и Л. К, Л и М. Из города К существует 1 путь. Из города Л существует один путь. Из города М существует 9 путей. Получается 11. Смотрим дальше. Город П существует один путь. Из города Н 11. В город Р существует один путь. Из города Н тоже 11. И в город С существует три пути. P, N и R. P, N и R. Получается 11 плюс 11 плюс 11. Итого получается 33 пути существует из города А в город Т. Спасибо за просмотр. До свидания.